Митинг, посвященный 81-й годовщине Великой Победы в Сталинградской битве, прошел в станице Северской у памятника Семена Соболева. Участие в нем приняли представители общественных организаций, школьники, сотрудники администрации и депутаты. 2 февраля 1943 года завершилось одно из важнейших сражений, преломившее ход Второй мировой войны. Именно в этот день, за несколько десятилетий до начала страшных событий, в хуторе Стефановске Львовского поселения родился будущий герой Советского Союза Семен Григорьевич Соболев. Погиб он за год до окончания войны, но его подвиг и имя до сих пор помнят и чтят. На примере таких героев, как Семен Григорьевич Соболев, мы воспитывали и воспитываем наше подрастающее поколение. Сейчас наши с вами земляки, наши с вами соотечественники исполняют свой воинский долг в зоне СВО. Также героически и мужественно исполняют свой воинский и гражданский долг. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, уважаемые земляки, я поздравляю вас с этой памятной датой, которая в очередной раз показывает и будет показывать нашим врагам, что российский народ, советский народ несокрушим и непобедим. После торжественной части участники митинга возложили красные гвоздики к подножию бюста. В мероприятии приняли участие и родные героя.